В июне 2021 года в Индии был заложен второй фрегат проекта 11356 типа «Тальвар» национальной постройки. Характеристики фрегата типа «Тальвар». Экипаж 193 человека, водоизмещение 4035 тонн, длина 124 метра, мощность ГЭУ 56 тысяч лошадиных сил, по другим данным 58. Корабли типа «Тальвар» построены на основе советских сторожевых кораблей проекта 11-35. Вооружение фрегата типа «Тальвар». 100-мм артиллерийская установка. Однобалочная пусковая установка ЗРК «Штиль-1». Боезапас 24 зенитных ракеты. УВП «Брамос» или «Клаб-Н» на 8 ячеек. Две 30-мм арт-установки или два «Зрак Каштан». 12-ствольный противолодочный бомбомет. Два двухтрубных торпедных аппарата и ангар для вертолета К-28, К-31 или HAL Dhruv. Дальность противокорабельных ракет 290 км. Дальность систем ПВО 45-50. Дальность ПЛО 40. А крылатых ракет 290 км. Фрегаты типа «Тальвар» входили в состав ВМС Индии двумя партиями, по три корабля в каждой. Фрегаты второй партии вместо ракетного комплекса «Клаб-Н» получили ударный ракетный комплекс «Брамос» и две арт-установки АК-630М вместо двух зенитно-ракетных артиллерийских комплексов «Каштан». Фрегаты новых партий вместо однобалочной пусковой установки получат, видимо, УВП на 24 ячейки, как на фрегатах 11-356 для ВМФ России. На постройку фрегатов типа «Тальвар» было заключено 4 контракта. Первый с Балтийским заводом на 3 корабля. Второй с Прибалтийским судостроительным заводом «Янтарь» на 3. Третий контракт с ПСЗ «Янтарь» еще на 2 корабля. А четвертый с Гуашип Ярд Лимитед также на 2 корабля. Строительством фрегатов типа «Тальвар» в России занимался Балтийский завод в Санкт-Петербурге, а сейчас занимается ПСЗ «Янтарь» в Калининграде. В Индии строительством занимается Гуашип Ярд Лимитед в городе Васко-де-Гама. Рособоронэкспорт передал Гуашип Ярд Лимитед все необходимые технологии для постройки кораблей и оказывает техническое содействие. К концу 2013 года ВМС Индии получили 6 фрегатов типа «Тальвар». Два корабля были спущены на воду в 2016-2017 годах. Они были заложены изначально как «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин». И еще два корабля были заложены в 2021 году. Посмотрим на темпы строительства фрегатов. Время от закладки до спуска на воду выросло, а время от спуска на воду до передачи флоту, наоборот, уменьшилось. Среднее время строительства одного корабля на Балтийском заводе составило около 4 лет, а на ПСЗ «Янтарь» – почти 5. Все 6 фрегатов несут службу на западном флоте ВМС Индии. Фрегаты типа «Тальвар» – первые корабли индийского флота, построенные с применением стелс-технологий и оснащенные установкой вертикального пуска ракет. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях свое отношение к индийскому флоту и кораблям типа «Тальвар».